Я часто пересматриваю кадры своих первых полетов, чтобы вспомнить, с чего все начиналось. Тогда мне почему-то казалось, что все очень сложно, но сложность всегда находилась лишь в моей голове. Мы очень боимся трудностей, а страх — это худший враг. Это мой отец. Он воспитал во мне чувство любви к полетам и авиации. Дал мне возможность ощутить свободу, дал мне возможность летать. Я понял, что моя свобода — это полет среди облаков. Когда сверху светит солнце, а снизу я вижу города, где люди постоянно куда-то спешат. Сверху нам некуда спешить. Иногда черная полоса становится взлетной, и от облаков меня отделяют пара мгновений. Пара очень важных мгновений. Далеко ведь не улетишь, не подготовив самолет. И чтобы поднять в небо стальную птицу, нужно прежде всего подготовить себя. Не самолет поднимается в небо, а я. Дает ли мне уверенность осознание того, что самолет в порядке и готов к полету? Нет. Мною движет не техника. Мною движет желание стать лучше, чем я был вчера. Победить свои страхи, взять под контроль эмоции, найти свою мечту и долететь до нее. Небо не терпит необдуманных действий, полная концентрация, все решения взвешены, шаги обдуманы, эмоции под контролем. Разум всегда должен оставаться холодным. Почему я летаю? Здесь в небе другой мир. Точнее, мир тот же, но ты смотришь на него под другим углом. Сверху ты понимаешь, что означает жизнь, любовь и мир. Это незабываемая встреча с небом, которая много что расскажет или просто промолчит. Но каждая такая встреча неповторима. Ты возвращаешься на землю и снова ждешь встречи с ним. До скорого, мое небо.